На возведение комплекса многоквартирных домов в городе Вилючинске потратят более 232 миллионов рублей. Строительство жилого района Приморский города подводников ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Через 5 лет в микрорайоне Северный появится новый жилой комплекс, который будет состоять из 5 домов. Готовить площадку под большую стройку начнут уже в этом году. Разрешение на вырубку около 300 деревьев уже получено. Подготовка отведенной территории – это первый этап из 5 запланированных. Ко второму, к строительству 2 пятиэтажек, рабочие планируют приступить этой зимой. Это вот этот 30-квартирный жилой дом двухподъездный. И 60-квартирный второй дом. Значит, третий этап строительства предусматривает строительство 1 жилого дома с инженерными сетями, 60-квартирного. И последний этап – еще 2 дома. Пятый этап завершающий – это строительство спортивного комплекса, который будет состоять из футбольной и волейбольной площадок, а также детской игровой зоны. Земельный участок площадью 26,5 тысяч квадратных метров предоставлен. Разрешение на строительство выдано. В настоящий момент объявлен открытый аукцион. Итоги подведения открытого аукциона у нас состоятся в середине декабря этого года. Бесплатные квартиры в комплексе в порядке очереди получат жители Вилючинска, проживающие в домах с дефицитом сейсмостойкости. Усилить, к примеру, дом номер 2 по улице Мира, построенный 60 лет назад, нецелесообразно. Людей проще расселить, говорят эксперты, в новые микрорайоны. Завершить строительство нового жилого комплекса в городе подводников планируют до 2024 года. Лисан Латыпова, Василий Конышев, информационное агентство «Камчатка».